Так, протираем место для укола. Дезинфекция превыше всего. Ой, мамочки, как же страшно! Блин, Толик, ты мне помешал! Я проиграла! Убери свои пакши! Ну нифига себе, еще ногами своими размахивать будет! Че, с ума сошла, Лера? Значит так, Толяныч, Лена тебе сказала идти помыть посуду, так что быстрее метнулся! Слышь, малая, ты не прибалдела случайно? Вообще-то Лена сказала разделить обязанности на двоих. Сейчас еще посмотрим, кто метнется ту посуду мыть. А знаешь, у меня вообще-то идея есть. Давай, валяй свою идею. Лера, а ты случайно не заболела? А то я тебя прям не узнаю. Тьфу! Нет, вроде здорово. Ладно, слышишь, Лера, давай решать по-взрослому. Скидываемся на чифифо. Окей, проигравший моет посуду. Ну что, погнали тогда. Чифифо! Опа! Что? Как нечестно! Блин, вообще-то сегодня мой день. Все по-честному. Давай, прекращай свои игрули и марш посуду мыть. Ладно, вот и помою. Иди. Ребята, хоть где-то справедливость. А если ты, кстати, тоже не любишь мыть посуду, ставь лайк и подписывайся на канал. Ой-ой-ой, да тут посуды, как после целой роты. Блин, надо что-то придумать. Скажу Толику, потом помою. О, Лера, ты что, так уже быстро справилась? Ой, ты за меня не переживай. Тебе еще целый дом убрать и мусор выбросить. Я не понял, это с какой такой радости еще? Ну, раз я мою посуду, значит, ты делаешь все остальное. Вообще-то, Лера, посуду ты проспорила. А по поводу всего остального, давай тоже разыграем на чифифо. Согласна? Ладно, давай. Давай. Чифифо. Ха-ха, у меня камень. Блин, опять мне не повезло. Фортуна не на твоей стороне, детка. Ладно, раз проиграла, я честная, придется делать все самой. Неужели Толик думает, что я сейчас это все буду убирать? Сейчас притворюсь, что мне плохо, и полежу минутку на диване. Ой, блин, Толик, извини, что-то я себя нехорошо чувствую. Надо мне прилечь. Ладно, Лера, у тебя столько много дел, полежи минутку. Ох. Ладно, я пойду воды попью. Ребята, Толик опять повелся. А кто тоже любит симулировать боль или мне плохо, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ребята, Лера думает, что я такой наивный и повелся. Решила посимулировать. Ну, я, в принципе, так и заподозрил. Все. Короче, сейчас мы по-жесткому разберемся с Лерой, так что смотрите, что я задумал дальше, это будет ржака. Ой-ой-ой, какая мигрень. Лерочка, тебе случайно легче не стало? Нет, вообще голова болит, разболелась. Я просто очень беспокоюсь за твое здоровье. Толичек, лучше твоя помощь будет, если ты сейчас поможешь мне все убрать, чтобы Лену не расстраивать. Ой, деточка, я, конечно, сейчас все уберу, но только прямо сейчас вызову тебе доктора. Ой, Толик, не надо доктора. Блин, мне уже полегчало капельку. Ты там посуду помой, а я все остальное. Лерочка, все, давай не волнуйся, полежи, я вызову доктора и все сделаю. Все, я пошел звонить. Блин, папандос. Так, ненавижу врачей и особенно больших уколов. Это так больно. Ребят, если вы тоже боитесь уколов, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Так, ребята, что же делать? Медичку нашу не вызовешь. Лера с ней точно найдет общий язык, чтобы мне такое придумать. О, точняк! Я же знаю номер докторши, которая заменяла медичку. Помните, такая блондинка в очках, пумпышка. Вот ее мы и вызовем. У нее такие болючие уколы. С ней я точно смогу договориться. Так, звоним. Оп. Алло, здравствуйте. Ой, сколько лет, сколько зим. Срочно нужна ваша помощь. Приезжайте по этому адресу, как вы были у меня. Да, все, жду вас. У меня срочный больной, очень нужна ваша помощь. Все, давайте поскорее. А? Отлично. Все, ребята, ну сейчас Лера получит. Пойду пока понаблюдаю.
Хотя, ребята, чё я парюсь? Сейчас приедет эта медичка, Чика, моя подружанька. И мы с ней договоримся как-нибудь. А сейчас пока буду болеть. Вот же, ребята, хитрая эта молодежь. Ну ничего, старшее поколение все равно хитрее. Так что ставьте лайки и смотрите, кто кого сделает. Ничего себе! Как так Толик договорился, что уже скоро так быстро прилетела? О, ребята, а вот и моя пумпышечка прилетела. Ну что, включаем обаяние и идем ее встречать? Как я рад вас видеть! Здравствуйте, проходите. Добрый день, милок. Как же я рада приехать и полечить вас. Нет, не меня. Но без вас мне просто не выжить. Да ради вас... Что угодно. Вы самая обаятельная медсестра, которую я только знаю. Ой, что вы говорите? Что же вам от меня требуется? У нас в комнате вот там лежит девочка-подросток. И вы знаете, чем она заболела? О боже, чем? Я надеюсь, ей еще можно помочь? Да естественно. Воспаление хитрости у нее. И она отлынивает от любой работы. Тут уже без меня как-нибудь. Блин, я понимаю, что это не медицинский случай. Ладно, а вот так вот можем договориться? О, это совсем другое дело. Что от меня требуется, мой щедрый милок? Значит так, поставьте Лере самый большой и самый болючий укол, чтоб она несколько дней не могла на своей пятой точке сидеть. Ну что же ради вас не сделаешь, красавчик? Сейчас что-нибудь придумаем. Ха-ха, ребята, сейчас Лера получит по заслугам. Ой, привет, девочка. Здрасте. Толик, а это еще кто? Лера, это надежная проверенная докторша. Она тебя сейчас точно вылечит. А я на это не могу смотреть. Пойду пока. Я доктор. И просто Толик твой тебя очень сильно любит. И вызвался тебя полечить. Так что не переживай. Все будет в порядке. А знаете, я почти уже здорова. Так что я тебя сейчас осмотрю. Пульс. Так. Чуть-чуть повышенный. Ой, вроде лоб какой-то теплый. Ой. И здесь что-то болит. Знаешь, миленькая, у тебя первые признаки гриппа. Нужно срочно сделать укол в попу. Не, ну конечно, если так надавливать, то конечно заболит. А может все же без укола? Ой. Ты знаешь, какая сейчас ситуация в стране сложная? Нет, укол это обязательно. А может полечим меня таблетками? Так, таблетки я тебе само собой пропишу. Но укол обязательно, давай переворачивайся, быстро. Так что давай, приспускай штаны, а я достаю свой укольчик. Так, что у меня тут есть? Это от кори. А вот это вот будет от гриппа. Никакой кори у меня нету. И гриппа тоже. Так, я доктор, мне лучше знать. Так, одеваем иголку. Убираем пузырьки. И выпускаем воздух. Оп, готово. Только сделайте, пожалуйста, не больно. Ты свои булочки расслабь, тогда не будет больно. Ребята, а если вы не хотите, чтобы вам делали уколы, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так, протираем место для укола. Дезинфекция превыше всего. Ой, мамочки, как же страшно! И медленно вводим. Вот так вот. Так, все, прикладываем ватку, держи. Все, видишь, не больно было. Так что давай, выздоравливай, а я пошла. Всего доброго. Ой, как же больно. Это самый болючий укол в моей жизни. Ой, где-то там мой мелок потерялся. Да и ладно. Ребята, не переживайте. Это была витаминка для Леры. Так что все с ней будет в порядке. Ну, а я пошла. Ребята, тут 100% замешан Толик. Если вы что-то знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я ему обязательно отомщу. Ай, как же попа болит.
Ну а вы были на канале Crazy Show. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Ой.